Всем привет, вы на канале Руки-Брюки. Сегодня у нас видео по смартфону Xiaomi Redmi Note 12S. Сразу говорю, действия с аппаратом делайте на свой страх и риск. И при процедуре Hard Reset у нас все даже данные теряются. Если был введен аккаунт Mi или Google, необходимо будет обходить их. Для процедуры Hard Reset, то есть мы здесь на данном смартфоне забыли пароль, не можем вспомнить, что делать. Выключаем смартфон. Выключение. Так. Выключение. Теперь, когда смартфон выключился, зажимаем клавишу питания плюс. Зажимаем, удерживаем. Я модем принесла. Угу. Плюс продолжаем некоторое время держать. Сейчас, секунду. Так, плюс отпускаем, подключусь к зарядке, то заряда здесь нету. Да, ставить сотовый. Вот это вот я вам оставляю, тоже тут. Вот это тоже к нему косинки. Я посмотрю, позвоню. Так, здесь клавишами плюс-минус перемещаемся до пункта вайп-дата. Питание подтверждаем. Еще раз говорю, все действия с аппаратом делать на свой страх и риск. И выбираем wipe all data. Все, ждем. Нажимаем back to my menu. Reboot. Reboot to system. Сейчас он сбросится некоторое время. И продолжим видео по обходу Google аккаунта. На этом все. До новых видео. Пока-пока.